сомнительно быть интеллектуальным меньшинством. И единственное удовольствие, единственный плюс – это то, что он чешет черепную коробку изнутри. И если вам это нужно, тогда мышление, так сказать, способно открыться. Если вы не научитесь испытывать удовольствие, и вы все много узнаете интересного, проведете много часов в общении и взаимодействии, но ничего с вами не случится. Случится только в том случае, если вы, обнаружив в себе шило, там у нас есть по этому поводу специальные занятия, если вы избавитесь от представлений и нарративов, если вы сможете применить на себя то, что кажется контринтуитивным, и согласитесь в том, что вы не знаете даже то, что кажется вам очевидным. Вот с этого момента крутящиеся в голове шестеренки начинают приносить удовольствие.